сорт острого перца духа Белебой. Это еще одна разновидность сверхострых сортов. Острота этого перца от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч. Вот такие вот перчики у него. Они созревают от зеленого, потом желтые, потом становится оранжевый. Ведь он похож чем-то на скорпиона. У него бывают такого плана плоды. Бывают, вот сейчас я оторву их. Это тоже высокоурожайный сорт. Да, только вот как их оторвать еще тут попробую. Тут оно тут все попереплеталось. Непонятно куда что, чтобы не повредить остальные перцы. Вот, он может быть иметь и такую форму. Вытянутую, морщинистую. Также он может иметь и кубовидную форму. В виде такого вот куба. Сейчас оторвем его. Вот. Вот, видите? Либо с вот таким вот хвостиком. Это сверхострый сорт. Срок созревания этого сорта 120 дней. Высота растения в теплице может достигать 1 метра. Вкус фруктовый, немного пряный. Это супер сорт, супер острый. Этот сорт подходит очень хорошо для приготовления соусов. Также можно его сушить. Растение родом из Австралии. Это желтый вариант Тринидад Дуглан. Красавица, посмотрите, какая красота. Просто нереально. Очень интересные, довольно крупные стрючки. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так можете выращивать его и в теплице. Можно выращивать в домашних условиях, на балконе, либо на подоконнике. Высота этого растения, если не будете делать сильно плодородную почву, не будет достигать больше 50 сантиметров. Чем больше накормите, особенно все сверхострые сорта любят покушать. Как только вы его накормили, все, и будете беспрерывно из-за него ходить с бубном, то он будет сбрасывать плоды, сбрасывать цветы, и у вас кроме растения в 1,5 метра высотой ничего не будет. Эти растения нельзя перекармливать. Лучше не докормить, чем перекормить. Так что выращивайте у себя его дома. Это растение многолетнее. И вы будете получать большие урожаи. Всем удачи и хороших урожаев.